Всем привет, дорогие друзья из солнечной Алании. Ну и, конечно же, когда вы приезжаете, живете или отдыхаете в Алании, самое лучшее время именно в жару – это время для шопинга. Ну и, в принципе, в любое время года. Сегодня мы с вами, как вы видите, находимся опять в магазине Руя Кундура. Как же найти магазин Руя Кундура? Сделать это очень просто. Сейчас мы находимся на остановке автобусов на Пятничном рынке. И магазин Руя Кундура находится напрямую вот в этом розовом доме. Пожалуйста, смотрите в описании к этому видео все контакты этого магазина. Ну и, конечно же, ссылку на карту и наши предыдущие обзоры. Почему мы пришли в этот магазин? Потому что поступает очень много запросов по поводу зимней обуви. И сейчас покажу вам модели, которые пришли. Точнее, Хюсейн чуть позже расскажет. А я хочу вам показать модели обуви, которые совершенно недавно пришли в магазин. Это новые модели спортивной обуви, мужской и женской. И по этим моделям видно, какая на данный момент именно мода, мода в сфере спортивной обуви. Посмотрите, какие интересные модели представлены в этом новом сезоне. Осень, зима. Ну, зима для тех, у кого теплая погода. Очень интересные модели, очень популярные модели вот такого вот плана. И, кстати, цена на эти кроссовки 1849 лир. Да, такая цена, но это самые последние модели. Они есть и темных цветов, и светлых цветов. И это фирма Гужа. Фирма Гужа одна из самых популярных в Турции, и она отличается тем, что делает модели очень интересные, соответствующие трендам, модным трендам. Посмотрите, какая интересная модель. И вот такая вот очень интересная здесь подошва. Есть модели на... Кстати, они очень легкие. Есть модели вот на такой интересной. Они такие, как вы видите, при ходьбе они будут прям балансировать. Есть, например, вот такого вот плана модели. Это, кстати, все мужская обувь. Вот такая вот модель стоит, например, также 1849 лир. А вот такая вот модель стоит 1749. Это самые последние модели этого сезона, которые, как я уже говорила, пришли совершенно недавно в магазин. Если вы хотите купить что-то по скидкам от 200 лир, все эти модели представлены на витрине магазина, который находится непосредственно прямо перед самым магазином. То, что касается женской спортивной обуви, именно кожаной, представлены вот такие вот кроссовки Либера. Очень качественные, красивые. Есть белые, синие, черные, на различной подошве. Вот такие кроссовки, кстати, у меня тоже были. Это US Polo. Очень удобные. Я их носила очень-очень долго, и они не потеряли ни цвет, ни качество. Кожа очень хорошая. Также, то, что если говорить о женской обуви, то последние модели женской обуви, которые есть в этом сезоне, выглядят вот таким вот образом. Это также марка Гужа. Как вы видите, она отличается вот таким вот интересным дизайном. Посмотрите, как выполнена подошва. Есть, например, вот такого вот цвета. Ну и, конечно же, если вы хотите что-то поспокойнее, вот такого вот белого цвета. Выбор, на самом деле, женской спортивной обуви. Вот, например, марка Lumberjack. И такие стоят 689 лир. Выбор женской обуви очень большой. Синие, белые. Прям вот белые, прям под классические варианты. Например, вот такого вот плана фирмы Jump. Они очень удобные, смотрятся очень красиво и с платьем, и с джинсами, с костюмом, со спортивным костюмом. Посмотрите, просто чисто белые кроссовки. Но а если вы хотите что-то более цветное, выбор большой. Вот такие модели, светлые модели. Это фирма Lumberjack, также одна из самых качественных турецких фирм. Посмотрите, какая здесь ортопедическая стелька. Очень удобные
Ну и, конечно же, широко представлена марка Benetton. Я, например, люблю вот такие вот кеды белые и черные. И если говорить о стельке, она также, смотрите, очень-очень такая удобная и мягкая. И стоят такие, например, 399 лир. Их можно стирать в машинке вручную, они никогда не потеряют свой цвет. На лето они очень хорошо смотрятся. Можно даже, например, детям в школу, подросткам, как сменную обувь. Есть разные цвета. Вот с такой вот подошвой, вот с такой вот, высокий, низкий. В общем, кеды – это такая самая универсальная обувь, которая, ну, прям очень удобная и носится хорошо. Многие у меня спрашивали по поводу вот таких вот кроссовок. Это фирма Hammer Jack. Это все натуральная замша. Они такие более массивные, но сделаны очень качественно, красиво. Есть разные модели, разные цвета. Посмотрите, какая подошва. На ноге смотрится очень хорошо. Я, например, тоже люблю вот такие вот модели. Есть чисто белые, чисто черные, серые, зеленые, бордовые. Если вы хотите что-то более такое спокойное, классическое, вот, например, одни из также модных моделей в этом сезоне. Очень хорошо носятся, например, кроссовки на липучке, и они очень аккуратно, красиво смотрятся на ноге. Такие, например, я вот тоже люблю. Это фирма Jump, и стоят они 569 лир. Что касается мужских моделей, здесь также представлена марка Benetton, и, как вы видите, много-много разных моделей именно кроссовок. Есть высокие, даже уже есть, например, на осень-весну более такие высокие из кожзама. Если говорить о кроссовках, о мужских кроссовках, что хочу вам в первую очередь посоветовать. Например, вот такие вот кроссовки. Они отлично носятся. Айхан носит такие кроссовки. Они очень удобные, прекрасно стираются. У них мягкая подошва. Ну, в общем, можно носить летом просто идеально, потому что они также, видите, есть вот такие вот дырочки, нога дышит. Цветов огромное количество, марки тоже самые разные. Lumberjack, Hammerjack, марка, например, Jump. Вот такие вот черные кроссовки. Есть вот такого вот плана тоже Jump. Есть, опять же, мужские, чисто белые. Вот такие кроссовки стоят 569 лир. Если кто-то хочет что-то более яркое, есть вот такая вот модель. Вот такая вот модель. Это уже фирма Lumberjack. Это тоже фирма Lumberjack. Если вы любите, например, вот такие вот яркие детали, дышущие, летние. Есть очень классная модель. Она мне прям очень понравилась. Фирма Grader. С потрясающей мягкой подошвой, стелькой и с очень гнущейся такой удобной подошвой. Ну и, конечно, оно дышащее. Дышащая модель очень хорошо на лето. Ну и вот такого вот плана, кто любит что-то более такое высокое, тоже марка Grader. Очень плотные и, опять же, ортопедическая стелька. Ну и, как я говорила, женских моделей из натуральной кожи тоже большое количество, поэтому приходите, меряйте и выбирайте классную и красивую обувь. Качественное производство Турции. Merhaba, ben Hüseyin. Size büyük bedenli kışlık ayakkabılarla ilgili bilgi vereceğim. Burası 46, 47, 48 numara. Büyük numaralarımız mevcut. Klasik. Bunun hem siyahı var, hem kahvesi var. Yumuşak, diri. Grader marka. Makasi model var. Astar ortopedik deri, orijinal deri, yumuşak deri. 46, 47, 48 numara bedenlerimiz. Şimdi de spor modelimiz var. Deri spor. Yine aynı farklı bir model olarak şu şekilde.
Buranın en düşük fiyatı 990 liradan başlıyor. Yukarıya doğru gidiyor. Kışlık ayakkabı olarak yine Grider'ın ayakkabıları var. Freefoot'un ayakkabıları var. Libero'nun ayakkabıları var. Lumberjack var. Kışlık. Orijinal 40 natural deri. Yine Libero'nun ayakkabılarından şu şekilde. İçi kürklü. Hem klasik bir model hem spor bir model. Onun yanında şöyle farklı bir model daha var. Yine farklı dizayn. Yine içi kürklü. İçi tamamen full kürk. Yani iç kısmı full kürk. Şöyle iki farklı modelimiz daha var. Hem spor modeldir. Hem klasik model gibi. İçi yine aynı şekilde natural kürklü. Libero'nun ayakkabıları. Taban olarak da yumuşak. Daha farklı yeni gelen modellerimizden bir tanesi de bu. Libero'nun. İçi çok yoğun bir kürktür. Şey olur, çok kalın ve yoğun bir kürkü var. Yine Libero marka. Onun dışında şu şekilde klasik bir modelimiz daha var. Hem klasik hem spor bir model. Kauçuk taban. Üzeri orijinal deri. Onun dışında daha farklı modellerimiz. Lumberjack var. Scooter marka var. Grider var. Bunlar su geçirmez özelliği var. Orijinal su geçirmez deri. Şu şekilde iki farklı modelimiz. Scooter. Buranın en düşük fiyatı 1100 liradan başlıyor. Yukarıya doğru gidiyor. Yine aynı şekilde. Daha farklı marka Scooter yine. Su geçirmez. Waterproof orijinal. İki renk. Hem bej hem siyah. Yine bunun bir tık daha farklı modeli Lumberjack var. Yine waterproof model. İki renk. Bej ve siyah renkleri mevcut. Şimdi hem klasik hem spor model. Libero'nun. Hem bot hem klasik ayakkabı tarzı. O klasik modellerin bir de içleri yine yoğun kürk olarak bulunduruyoruz. Var yani yine şeyleri. Kışlık Libero marka. Hem kahvesi var hem siyah var. Grider'in sonbahar ayakkabıları var. Yine kalın derileri. Tabanları kauçuk tarzında. Esnek, hafif, yumuşak, nubuk deri. Esnek tabanlar. Yine esnek deri, yumuşak deri. Hafif ayakkabılar Grider'da. Sonbahar. Daha farklı modellerimiz de var şu şekilde. Şöyle hem haki nubuk var. Normal siyah deri tarzında var. Deri var. Orijinal deri. Yine bunların da derileri yumuşak. Astarları yumuşak astar. Burada hem klasik hem spor tarzı ayakkabılarımız var. Yine aynı şekilde şunlar gibi. Yeni sezon model hem moda olan bir ayakkabı. Şu şekilde tabanlar olarak da yüksekliği, derinin yumuşaklığı. Yine Grider marka. Şu şekilde iki farklı modelimiz. Kahvesi ve siyahı var. İç astarları yumuşak. Hafif modeller. Şu şekilde yeni sezon ürünlerimizden. Tabanları falan jel taban. Hafif, yumuşak, esnek. Orijinal deri. 4 renk, 3 renk var. Şu şekilde daha farklı yeni bir ürünümüz daha var. Yine aynı şekilde. Böyle tarz modeller. Jel tabanlar. Yine moda olan ayakkabılarımızdan bir tanesi. Yine jel taban. Hafif. Düz taban tarzında. Ama kullanımı çok rahat. Bu senenin en gözde olan modellerinden ikisi. Hem siyahı hem beji. Derisinin yumuşaklığı, hafifliği, astarının alttan pet tabanlı oluşu çok ağır, yani rahatlık veren bir üründür. Друзья, как вы видите, поступило в продажу очень много красивых зимних моделей. И что больше всего мне привлекло внимание, это вот эти вот высокие ботинки водонепроницаемые. Раньше эти ботинки были максимально вот такой вот высоты, а сейчас, посмотрите, сделали максимально высокие. Эти ботинки у меня родные, знакомые носят на крайнем севере при температуре минус 25 градусов и больше. Поэтому это очень-очень хорошие модели. Поэтому выбор большой. Есть модели вот такого вот цвета. Есть, кстати, вот это вот новые цвета, натуральная кожа, водонепроницаемые, очень много моделей. Есть тяжелые, легкие. Вот эта вот модель, как она, в принципе, унисекс, и эту модель я советую как мужчинам, так и женщинам, так и детям, потому что очень классно она носится. И, кстати, здесь у нас в Алании, в Анталии и зимой в России. Ну, а то, что касается классических моделей, здесь тоже большой выбор.
Ну и также представлены ремни. Цена на ремни от 290 лир. Есть разные модели. Синие, черные, классические. Вот с такими вот интересными элементами. Очень много моделей. Ну и, конечно же, огромный выбор классической обуви. Непосредственно в прямом понимании классической. Вот такие вот лаковые. Есть со шнурками. Есть без шнурков, темно-синие, черные. Очень популярна вот такая вот модель кожи лазерной обработки. На ноге они смотрятся просто идеально. Есть более простые модели. Ну вот, например, вот это также одна из самых удобных и красивых моделей. Такого же плана есть коричневые, черные. Кто любит бордовые, что-то необычное, это тоже все есть. Ну и... конечно же, для модников есть вот такие вот интересные модели. Черные, бордовые. Посмотрите, марка Dexter. Очень качественная, плотная, жесткая кожа. Эти ботинки вам будут служить, ну, 10 лет, наверное, точно. Посмотрите, как они здесь прострочены. Очень классные, современные мокасины. Ну и, конечно же, опять же, вот также модель представлена. И вот такая вот синяя. Ну, это уже для каких-то торжественных событий. И кто любит что-то интересное. Можно, например, даже надеть обычный классический черный костюм, белую рубашку, но вот такие вот красивые туфли. И это будет смотреться просто идеально. Такие туфли есть до 46 размеров. И, например, эта пара стоит 749 лир. Друзья, многие из вас смотрят эти видео, мои видео прямо после выхода, а многие, например, через год, через два и через три. Поэтому, пожалуйста, все актуальные цены узнавайте непосредственно в социальных сетях магазина, ну и, конечно же, по телефону WhatsApp, потому что цены, естественно, с годами и с сезоном меняются. Друзья, как вы видели, внутри магазина представлена обувь нового сезона, ну и, конечно же, самые последние модели. А на улице есть стенды со скидками, где можно приобрести обувь, которая является, например, последними моделями сезона или размерами. Также кожаная красивая обувь, но со скидкой порядка 50%. Начиная вот от таких вот кожаных летних шлепанцев, вот таких вот сандалий. Здесь есть и кожаная, и кожезаменитель, но вот это вот, например, натуральная кожа. И стоят они 400 лир. Ну и, конечно же, помимо летней обуви, здесь также представлена и демисезонная обувь. Можно, например, приобрести вот такие вот мокасины. Такие мокасины мы недавно купили Айхану. Натуральная, прекрасная, толстая кожа. Носится очень хорошо. Здесь даже нет никаких подкладок, а действительно натуральная цельная кожа. Много видов, много цветов. Ну и... конечно же, поскольку здесь обувь дешевле, нужно просто узнавать у продавцов свои размеры, есть ли ваши размеры. Но здесь представлена и вот такая вот классическая, и вот такая вот спортивная, и также вот такие вот классические варианты. Смотрите, какая красота. Поэтому, друзья, обязательно, приезжая в Аланию, отдыхая или проживая здесь, приходите в магазин Руя Кундура. Хусейн прекрасно говорит на русском языке, сможет вам все рассказать, показать. Ну и, как я говорила, покупайте классную и красивую обувь производства Тур. Также не забывайте о том, что в магазине Руя Кундура есть и детский отдел, где можно приобрести красивую обувь для мальчиков, девочек разного размера, как спортивную, так и, например, нарядную, летнюю, тех же марок, что и для взрослых. Здесь представлен огромный ассортимент. Есть и спортивная, и летняя, как я вам уже говорила. Ну и, конечно же, есть бутсы и ботинки. Поэтому обязательно приходите в магазин. Всем советуем. Пишите ваши комментарии. Пишите, конечно же, были ли вы в этом магазине и какие у вас впечатления. Ну, а я с вами на сегодня прощаюсь. Всем всего хорошего. Добро пожаловать в Аланию, в Анталию, в магазин Руя Кундура. Будьте здоровы и до встречи. Всем всего хорошего. Пока-пока.